Вот эти все списки перед вами, мы учли все замечания, да, добавили там еще одну улицу, замечания были, что проезд микрорайона Заречный, улица Лесная. Поэтому стоимость добавилась, сейчас она составляет 647 миллионов 989 тысяч 348 рублей. Какая картина складывается из всего нашего объема работ? И по мнению нашему, по мнению всеобщему, вот мы сколько считали, смотрели, складывается определенная картина ремонта дорог, как нам кажется, в первую очередь. Улица Арбузова, нам кажется, от Борисенко до транспортного кольца участок. Потом улица Кузнечная, улица Советская, улица Революционная и относящиеся к ней вот здесь междворовые, межквартальные проезды. Что касается, это дом 120-120А Арбузова, Карла Маркса 26 и 22. Также это ремонт тротуаров, улица Борисенко, улица Китайкина, улица Вокзальная, улица Мира.